Всем привет! Это третья часть «Мой бункер». Сегодня с нами, по-моему, как его второй третий. Сегодня с нами Гоша и я. Мы снимаем третью часть. Во-первых, человек под именем, по-моему, Эван жду продолжения, написал комментарий в второй части. Я ему написал ответ, то что завтра, но не получилось. Не спрашивайте почему. У нас еще, потому что почти не было никаких изменений. Ну, в этом тоже изменения небольшие. Во-первых, пока на первом месте теперь Гошина Ян. Он прокачал свою до глубочайших размеров. Я не знаю, но... Гоша, встань, пожалуйста, в свою яму. Давай. Ну, почти ростом с него. Теперь иди к Матвею. И у нас новое орудие. Ну, не орудие, а новая лопатка. Моя. Многофункциональная. Я третью часть в прошлый раз удалил, потому что... Ну... Уже не такая уж и большая. Потом, это не из-за того, что Гоша перерос, это из-за того, что она подзакопалась. Мы ее случайно закопали. Нет, мы ее не закопали. Ладно, мы ее случайно закопали, но один раз. Это было все по случайности. Это правда было, Гоша, все по случайности. Максима нету. На третью часть, кто успел посмотреть, я удалил не по этой причине. Просто я там все в каша-малаш получилось. Не знаю почему, но копать мы начинаем. Копать. Гоша, я тебя снимать не хочу. Ты меня снимай. Гоша, снимай меня. Ладно. И держи крепко телефон. Привет. О, много писал. Вот так вот копает. Я ее только сегодня начал использовать сразу. Открывал её и собирал дома. Это не на кухне. Захару уже исполнилось 10 лет давно. И с тортиком. Ой. Тортик в лицо было только. Если кто смотрел Гоша, не выключи, как Максим делал. Третья часть. Конечно, третья часть. Ну, как в прошлой третьей части. О, Макси! Пришел! Где Максик? Неожиданно не поворачивай. О, свечку снимай. Здорово, Макс! Вот наша многофункциональная лопатка. Сюда! Посмотрите. Эй, на меня снимай, а! Ну, ладно. Итак, у нас все хорошо проходит. Сколько там длится уже, Гош? 3 минуты. Теперь я тебя снимаю. Уже, вы знаете, ноябрь. Большой сбой, но от этого я не превращу в кашу-малашу. Стоп, я включил камеру. Ага. Понятно. Ладно-ка. Ну, конечно. Гоша копает только в глубину, и это мне не нравится. Нет, просто смотрите. Когда у меня было вот отсюда, уже пошло какое-то из-за бура растение. Гоша работает только буром. Больше ничего. Только буром. Она мне помогала с утра, в третьей, в если что, ссылочки тех каналов, которые я делала во второй части, я стала. Меня очень удивило то, как это, как поднялись просмотры до 1200 уже.
Захара Юбилей, 900 подписчиков. Было уже. Сегодня костра нет. Простите. Он сгорел. А вон та вот ведерко, если хотите, если у вас есть вопросы. Это наш металлолом, мы тоже этим занимаемся. Да. Могу показать сейчас. Ой, каретка. Ну, у меня магнит появился. Теперь не так уж и редко. Я недавно копал. Где? Вон магнит. Я просто не думал, что снимать, поэтому ждал, когда появится что-то. Маленькая лопата, да. Вон сколько разрыхлила. Как она выглядит. Мне одной другой рукой неудобно так. Ай, блин, это еще лопата наполовину пила, во, смотрите. Искри. О, Макс! Макс! Макс, здорово! Мы снимаем третью часть. Я ее удалил в прошлый раз не из-за тебя, а я там кашу-малашу сделал. Я рил. Это от моей новой лопаты. Она искрит еще. И это я не пошутил. А покажи! Она искрит. Так, Гоша, на, держи телефон. Так, вставай, смотри. А почему Макс взял твою лопату? Гоша, подойди к нам, а. Хорошо. Посмотрите поближе. Видел? Видно. Видел? А подзарядить можно? Да я попробую. Да и не надо здесь. О. Все, не надо, все, дай. Как круто, да? А, ладно, давайте копать. Дай. А с другой Гоша стороны? Подожди, стой. А с другой стороны? Что? Там еще ножик в комплекте. Ну, мы его не одевали, потому что он мне поранил лопату. Нам еще и присоединился Максим, если вы знаете. Ножик? Он новый у нас. Да, не трогать его. Макс. Если что, подпишитесь. Ой, то есть, если что, напишите в комментариях, если вам понравилось. Смотри. Вот это я не удалю, если я не сделаю новую кашу-малашу. Сколько длится? 3.54. Если... Давай, Цитрик-мастер. О, копает. Если что, напишите в комментариях, понравилось вам видео. Детям не игрушка. Да не будем, ну просто пока коробки. Не трогать, Гоша. Вот она, да не трогать. Ноги. Надо бензина добавить, чтобы она искрила. Все, нет, не это фонарь. Это фонарь. Понятно. Ладно, давайте копать. А кто купил? Мой бум. Да мне подарили. Мне еще подарили огромную грушу ростом с Гошу. И магнит. Какой магнит? Обычный магнит. Так? Магнит. Хорошо. И лопата. Нашел? Да, тут лежала. Спалили лопату. Да накопать я буду. Это чья магнит? Да, Гоша, но она огромная, я согласен. Нет. Подождите, Гоша, отойди. Когда ты успел? Смотрите, это максимальная штука моего телефона. Обалдеть! А чё? Гоша, у тебя лопата? Пока я сейчас зажигал. Нет. Вот и своим подписчикам. Зачем? У меня подписчиков уже почти 1000. Вот моя яма под радио. Скоро у меня будет 1000 подписчиков. Да, а можно еще раз есть? Нет. Видишь, какая лопата хорошая. Тупая. Откуда тут... А, да ты где копаешь тут, Матвей? Ты что делаешь? А вы думали, откуда? Почему? Матвей, она откручивается. Сейчас закрутим. Да, и да, она специально откручивается. Это ты где копаешь? Там, где надо. Я буду на шухере твой.
Так, можешь копать хотя бы вот тут вот и в мою яму кидать все. Парни, смотрите, сколько гравия налепил. Ты сказал, что будешь на шухере. Балбес. У нас без матов плохие слов, но балбес. Помните, как в первой части Дани? О, ты что, смотрел мою первую часть? Эй. Все понял. У Захара теперь самое популярное видео не 10 тысяч просмотров, а 11 тысяч просмотров. Гоша, покажи свой фирменный танец. Повторили бы. Ладно, давайте копать. Это уже, по-моему... Вряд ли я, конечно, загружу это видео. Ну, постараюсь я. Постараюсь я. А я на тему не сижу. Тихо.